Добрый день, уважаемые студенты. Сегодня у нас завершающая лекция по учебной дисциплине «Чрезвычайные ситуации гражданской защиты». Тема номер 18. Название темы «Воздействие международного терроризма на благополучие человечества, защита населения от террористических действий». Первый учебный вопрос лекции. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций террористического характера. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций террористического характера. И второй учебный вопрос. Действия работников предприятий при угрозе террористического акта на территории объекта и в случае ее совершения. Действия работников предприятия при угрозе террористического акта на территории объекта и в случае ее совершения. Перед тем, как приступить к сегодняшней теме, я хотел бы еще раз напомнить вам о том, что по итогам данной учебной дисциплины у вас будет письменная работа, вопросы, перечень вопросов вам уже раздан. И из этого перечня в каждом билете будет по 3 вопроса. И обращаю внимание на ваши конспекты. Конспекты должны быть доработаны. По каждой теме не менее 4 страниц. Если будут какие-то недочеты и будет решаться вопрос между положительной и не совсем положительной оценкой, то ваш конспект не поможет. Если конспект написан добросовестно, там в конспекте имеются все налицо темы, проходимые по нашему курсу, тогда оценка будет, количество баллов изменяться в положительную сторону.